Разящий кольт. Жители дома по адресу Степная, 175, сегодняшней ночью стали свидетелями, а некоторые и участниками массового ДТП. Одна из жительниц пятиэтажки устроила во дворе дома автопобоище. Владелица автомобиля Mitsubishi Colt била без промаха, одну машину за другой. Юная особа, находясь в алкогольном опьянении, пыталась припарковаться, цепляясь на СИФ и врезаясь в машины, вырывая из земли скамейки. Девушка с кольтом проводила настоящие бильярдные комбинации. Например, этот автомобиль АК, припаркованный без ручного тормоза, после столкновения с Mitsubishi влетел в новый BMW. В результате такой многоходовки пострадало 8 единиц автотранспорта. Девушка, имеющая стаж вождения 2 года, находясь в состоянии психоэмоционального возбуждения после ссоры со своим молодым человеком, также еще находясь в состоянии опьянения алкогольного, совершила дорожно-транспортное происшествие. По количеству мы сейчас определяемся, но в общей сложности пострадало 8 автомобилей. В одном случае это была не совсем корректная парковка, в другом случае это был какой-то маневр, связанный с выездом с дворовой территории. Вот, ну, то есть по-разному. Еще один, но уже совсем не курьезный случай с пистолетом произошел в начале этой недели. Сотрудникам ГИБДД после неудачной попытки остановить автомобиль марки «Нива Шевроле» пришлось прибегать к силовым мерам и задерживать правонарушителя, который, как выяснилось, находился в состоянии опьянения, а также имел в своем автомобиле пистолет с глушителем. Сейчас в отношении волгодонца 74-го года рождения возбуждается уголовное дело. Подобного рода происшествия случаются довольно часто. Примером тому послужило на прошлой неделе сотрудники, опять же, нашего отдела грамотными профессиональными действиями своими задержали 2 эпизода угонов. Опять же, это были погони, это были игнорирование требований об остановке. То есть все благодаря грамотным и умелым действиям сотрудников преступления были раскрыты по горячим следам.